Показанный далее материал может быть неподходящим для некоторых зрителей. Просмотр на усмотрение зрителя. Большой брат, это Эхо Ромео Альфа. Цель захвачена. Возвращаюсь на базу. Обезопасить, удержать, защитить. Это инспектор Арли. Начинаю пятую сессию расследования происшествия 096-1-Альфа. Напротив меня доктор Дэниелс. Здравствуйте, доктор. Вы уже поймали его? Да. Вы будете рады услышать, что он захвачен. А, слава богу. Однако было довольно сложно составить полную картину происшествия, поэтому у нас есть несколько вопросов к вам. Надеемся, вы сможете нам помочь. Да, хорошо. Хорошо. Что ж, доктор, для протокола, где вы были, когда контейнер был пробит? Я был на раскопках в горах. Сравнивал лабораторные образцы и местную породу. И кто отвечал за лабораторию в ваше отсутствие? Доктор Алексей. В каких условиях содержался 096? Согласно протоколу, 096 заключен в куб 13 класса. Без окон, без камер, чтобы никто не увидел его лицо. Все инструменты и системы жизнеобеспечения в строгом соответствии с требованиями. Спасибо. Когда именно он вырвался? Мне никто не сообщил точного времени. Да, понимаю. Прошу прощения, доктор. Мы сами немного неорганизованы. Доктор? Они наблюдают за нами? Будьте более конкретны, доктор. Совет 05. Он наблюдает за нами? Да. Что ж, может, сейчас меня услышат? И я говорю, что его нужно убить. Могла бы произойти катастрофа. Уже поздно предполагать, что могло бы произойти. Вы о чем? Что ж, начнем по порядку. Не волнуйтесь, доктор, все протоколы соблюдены. Все сотрудники второго этапа сдерживания видели его лицо. К сожалению, это было только начало. Идет запись. Окей, это исследователь Майкл Аллен и исследователь Дэрил Лэндри. Докладываем о ситуации с 096. Примерно в 15:57 датчики Альфа-1 и Альфа-2 зафиксировали аудиосигналы. И вот снова, согласно данным, 096 находится у северной стены, не двигается. Нужно
позвать сюда Алексея. Стены ведь выдержат? Просто вызови сюда Алексея. Черт, 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 черт! Почти сразу стало ясно, что цели 096, которую мы обозначили как 096-1, рядом не было. Погодите, погодите. В случае нарушения первого этапа, согласно протоколам, автоматически выпускаются усыпляющие вещества. Автоматические протоколы не запустились. А в случае отказа автоматики управление передается оперативному руководителю. В данном случае доктору Алексею. И где же его черти носили? Он прятался в подсобном помещении, в блоке 3. Его нашли мертвым. Мертвым? Именно. Алексей, ты идиот. Сочувствую вашей потере, доктор, но у нас еще много работы. Покинув базу, 096 по прямой траектории направился в горы. Большой брат, это Кабан-1. Приближаюсь к предполагаемому местонахождению цели. Прием. Понял, Кабан-1. Держи курс. Кажется, я что-то вижу. Вижу цель. Готов к пулеметному обстрелу. Прием. Приступай. Оказался трудной целью для отслеживания. Он не появляется на спутниковых термических изображениях. Выследить его можно только по разрушениям, которые он оставляет после себя. На третьем часу погони он добрался до шоссе. К счастью, в тот момент там было не сильное движение. Однако 12 человек все же видели его лицо. Нужно было лучше подготовиться к моменту, когда... Не если бы, а когда он вырвался. Вам, доктор, был выделен значительный бюджет. Но похоже, что вы сосредоточились на разработке очков-шифраторов. Да. И я повторю снова, что эта программа — это единственная технология, дающая нам шансы на борьбу. Особенно учитывая, что такие придурки, как вы, не дали мне провести необходимые исследования. Повторяю, всегда стоял вопрос «когда», а не «если». Доктор, прошу вас, у нас еще много работы. Наконец, 096 добрался до жертвы 096-1, молодого мужчины, жившего на небольшой ферме у подножия горы. Вместе с женой и грудным ребенком. Иэн? Иэн! Вас что-то беспокоит, доктор Дэниелс? Почему вы не дали мне убить его? Позвольте напомнить, что вы не знаете, как это сделать. Большая часть ваших исследований была направлена на пытки 096. Это бесчеловечно. Бесчеловечно? Бесчеловечно? В нем нет ничего человеческого! Это безумие. Погибают люди. Да, доктор, погибли люди.
Разве не трагично? Господи, вы сборище психопатов! Наша единственная задача — это обезопасить, удержать и защитить, что приводит нас к следующему вопросу. Ваши очки шифратора. Расскажите, как они работают? Так, для справки, доктор. Это очки смешанной реальности. В каждый глаз поступает обычное изображение. Но когда ИИ распознает лицо 096, он закрывает его. Блестящее решение весьма сложной задачи. И очень дорогое. Очень жаль, что оно не сработало. Что? Продолжим. ТО-1, вы приближаетесь к территории. Один Браво, выдвигаемся вдоль построек. Один Альфа, приближаемся к цели. Цель подтверждена. Вас понял. Маркер установлен. Окружайте цель. Альфа, двигаемся к вам. Надевайте мешок. Что это было? Черт! Что-то не так. Очки неэффективны. Черт! Огонь! Альфа и Браво, отступайте. Группа ТАО-1 была полностью ликвидирована. 8 наших лучших бойцов тактической группы. Они должны были сработать. Я все испытывал. Все должно было работать. И это подводит нас к причине этой трагедии. Откройте. На что я смотрю? Думаю, самое важное еще в конверте, доктор. Это он? Да. У вас в руках оригинальное фото 096 в природной среде обитания. Кто-то сфотографировал его? Мы установили, что фото было сделано в 80-х. Похоже, что ни фотограф, ни люди, видевшие фото, не догадывались о присутствии 096 на снимке, пока он не попал к молодому человеку на ферме. Это было стерто рукой. Кто? Как? Ваши очки-шифраторы все-таки оказались полезными. Mm-hmm.
Понял их, РМО Альфа. Направляйтесь к точке сбора. Тут есть кое-что. Большой брат, цель встревожена. Черт! Видимо, лицо 096 было настолько маленьким на фото, что хватило 4 пикселей, чтобы закрыть его. Все это из-за 4 пикселей? 4 сраных пикселя? Мне жаль. О чем вы жалеете, доктор? Обо всем. Они должны были сработать. Мои планы. Очки. Они должны были спасать жизни. Сколько всего погибших? 15 гражданских, 48 членов организации, всего 63 погибших. И ради этого вы привели меня сюда? Столько смертей. И вы хотите повесить их на кого-то? Вам нужен виноватый. Доктор, в этом конверте вы найдете все необходимое для начала мер по устранению SCP-096. Совет 05 вас поддерживает. То есть мне можно убить его? Вам можно попробовать. Только мы просим, чтобы в своих попытках вы укрепили исследовательскую базу и придумали более эффективный способ сдерживания. Доктор Дэниелс, вы хотите добавить что-нибудь еще для протокола? Нет, я думаю, это все. Что ж, хорошо. На этом 5-я сессия расследования происшествия 096-1-Альфа завершена. Доктор, примите мои соболезнования о потере ваших коллег. Алексей, нам удалось. Отличная работа. Он умен, должна признать. Да. Совет 05 еще на связи? Мы еще здесь. Соглашусь с инспектором Эверетом. Отличная работа, Орлия. Благодарю вас. Признания мы не получили, но думаю, мы узнали достаточно. Жаль, Дэниел свое дело знает. Будь он более заинтересован, то наверняка бы смог узнать секрет невероятных сенсорных способностей 096. Не заводись, второй. Он доказал свою точку зрения. Единственное, что он доказал, это то, что он такой же монстр, каким он считает нас. Довольно. Инспектор Арли, после всего, что вы увидели, ваша догадка подтвердилась? Думаю, да. Его реакция на фотографию, он точно видел ее раньше. Подозреваю, он давно планировал подобный трюк. И все равно. Как он мог предупредить Алексея? Его отсутствие в диспетчерской стало нашей первой зацепкой. Помощь извне. Алексей сообщил что-нибудь новое? Нет, он все так же предан, однако противоречий в его первоначальных показаниях достаточно для обвинения. Достаньте из него все, что можно. Затем от него нужно избавиться. Быстро и тихо. Помните, что официально он уже погиб. Да, мадам. Когда мы сообщим Дэниелсу, что мы знаем, что именно он подготовил побег? Как только он убьет его. Thank you.
Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Юрий Аркалов. Роли озвучили Кирилл Патрино, Роман Андронов, Андрей Бахтин, Макси Джиян, Дмитрий Бугаков, Роман Волков, Елена Лунина, Алена Андронова, Екатерина Муравицкая и Михаил Полежаев.